Всем юхай! С вами я, Майн, вы на канале Майн Гейминг, и наконец-таки вы дождались Барвихи РП. Ё-моё, музя... Чё? Толян со мной, музяк. Да-да-да, всем привет! Музыка играет с авторскими правами, поэтому мы ее вырежем. Чё ты тут выёживаешься? Блин, вообще... А, услышал. Здорово. Салам алейкум, скажем так. Видос мы, пожалуй, начнем с того, что... А я сейчас по-быренькому, сейчас... А, блин, меня эта музыка бесит. Как ее отключить? Как отключить? Ну, она просто есть, и это, я не могу сосредоточиться, когда она играет. Мы а начнем это этот... Сказала? Да, еще это АП. Не пофиг ли? А нет, так. Ну, я не хочу, чтобы мне страйк на канал кинули за эту музыку. Ну, он уехал. А, уехал? Да. А, отлично, все. Мы АП 10-й левел рыбалки. Пацаны, долго этого ждали, долго этого к этому стремились. В смысле? Чё? А, я сломал удочку. А, мне 5 раз мне нужно закинуть удочку, 5 раз вытянуть рыбу, и у меня 10-й левел. Можете меня с этим поздравить? Надо попробовать новую удочку. Да, да, но я не смогу ее опробовать, пока это не сломается. А, ну, да, она у меня 82%, к сожалению. Да. Ну, давай на этом ролике. Ну, блин, ловить долго. Я, наверное, потом сделаю вставочку, сколько та удочка ловит, но чисто из логики, от 3 до 4 килограмм. А, вру, от 3... Стоп, правильно я сказал? Да, от 3 до 4, в принципе, ничего удивительного. Она будет стоить 15 тысяч рублей. Ну, вот, и поэтому... У меня всего-то 80 на балике. Я не устроился. Ну, да, я в Барвиху не играл 2 недели. Предупреждаю, даже больше. От 2 недель. Все, ребят. Последний раз закидываю удочку на 9-м левеле рыбака. Блин, приятно очень. Понимаете, ловить по 2, от 2 до 3 килограмм, это изначально было круто, после как бы первого левела, можно сказать, ну, от 1 до 5 левела. А дальше ты привыкаешь к этому и такой, блин, как же я уже заколебался. Быстрее бы 10 левел, и вот, наконец-таки, очень много. Вот вы прикиньте, 1215 раз я закинул удочку на Барвихе РП за год. Кстати, между прочим, сегодня 1 марта, первый день весны. Это очень прикольно, это очень классно. Ну-ка, давай. Сюда. А, стоп, чё? А, мне еще раз, получается, поэтому нужно закинуть удочку. Смотри, Дофи залетел чисто с кайфом. Ладно, закидываем еще раз. Мне кажется... Да, кстати. Ну, ты можешь в любой момент вернуться, и деньги появятся. Сюда. Толь, чтоб ты понимал, для того, чтобы мне апнуть 11 левел, мне нужно 1500 раз закинуть удочку. Еще? А, или... Ну, плюсов это почти 300. Пх, капец. Хорошо. Мы все-таки... Да, скорее пару всего. Пару тысяч. Идите нафиг. Все. Я пошел, вот смотрите, вон в поиске GPS. Мотаем HGP. Вниз. AGPS, Amine Gaming Poops, наш Чего клан Standoff 2. А, да не-не, я не буду. Сержант. Вышла новая квестовая линия на Барвихе РП. Ну, как сказать, 23 февраля она вышла. Ну... Кстати, да. Ну, ладно. Поехали, короче, получается, это у нас находится возле армейки. Ну, я не удивлен, в принципе. Это находится возле армейки, полетели туда. Нет, на 91 километр в час я прыжи превысил. Куда ты там меня обгоняешь, Анатолий? И чё так, не терпится, да? Не терпится начать квестовую линию проходить, да? А я бегу, я молчу. Тихо, аккуратно. Спять. Так, ну-ка стоять, не читать, я читать буду, ясно? В нас стреляют? Ой, в нас стреляют, если не ошибаюсь. Да, в тебя стреляют. Я не знаю, дядь, ты чё стреляешь? Ты подожди, он... Он на мне стрельбу отрабатывает. Ха.
А, слэш тайм же, слэш тайм. А, Толь, ты умер? Он тебя обходит. Отойди. Толь, уходи. Садись в тачку и уезжай. А, давай, 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 давай. Давай, я выхожу, погнали. Погнали, погнали с ним. А, уходит, уходит. Дави его быстрее, дави. На, задавил, все. Все, 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 стой на нем. Стой на нем, нет. Не-не-не-не-не, подожди, нормально, нормально. А, я его убил, что ли? Ну и хорошо. Ну и реально вообще обнаглел. А он сейчас здесь вот родился. А не суть, давай быстрее, стой, я его в этот момент давлю. Так, ну-ка, здравствуйте, сержант Голубев. Мышки. Конечно, справлюсь. Ой, Амир, я умер. Разбирайся с ним. А, я умер. Пропали, чё? И как с такими людьми жить? Вам придется пойти курсы. А, у меня не написано задание провалено. А, да я узнать не успею. Ну, я тебя нажал далее. Ну, хз. У меня метки никакой нет. А, дубль еще там какой-то. Порвиха лагает просто жесть. Так, ребят, тут в чате писалось кое-что, когда мы с Толяном перезашли. Сейчас скажу. Вот, вам доступна квестовая линия на 23 февраля. Ага, понятно. Сейчас выполняется собрать 10 видеокамер. Вас ждет товарищ сержант для выполнения. Я что-то не понял, куда сейчас получается нам надо. Опять к сержанту? Потому что никакой другой метки по факту нету на карте. Мы не будем совершать ошибок предыдущих квестовых линий, да? Новогодних. И будем уже четко все вчитываться. Но в любом случае, чел меня убил. Кстати, удобно очень, то, что там есть озвучка. Вот. Ну, куда деваться? Мне, в принципе... Да, а, кстати, нам бы пушки прикупить, реально. Еще главный вопрос, какого хрена он там стоит. Я не знаю... Нет. Так, я попробую, в принципе, сейчас просто проскочить на максимал. Поставить тачку, загородить его место стрельбы, скажем так. А, я сюда не один еду. То ли я тебе так скажу, его тут нету. Нету. Так, ну я, по крайней мере, побыстрее это сделаю. Да, Сергей... сержант Голубев. Метка, значит, на карте, направляйтесь туда. Все, я бы его тут нету. Пошло админу удалить? Может быть, кстати. Мне потому что не писал. А. Сейчас админу удалил. Так, мне сейчас... А, тут, слушай, тут недалеко. Тут недалеко достаточно квесты, они находятся все плюс-минус близко. Ага, я врелся. Я умею водить. Я умею водить, это факт. Да, не играл 2 недели, даже мне простительно, если что. Все, едем на место. Так, я приехал на место собрать 10 камер, мне сказали. Не, ну это было в начале, ну вы помните. Офигеть, да. Что? Ну да. А, серьезно? Я собрал задание. Собрать 10 записей с видеокамер. То есть тут где-то висит видеокамера возле заправки. Возле 24/7. Чё? А, ты не знал? Я тоже, кстати, туда залетал несколько месяцев назад, впервые увидел. Пасхалка какая-то, хз. Давай, Толян, я тебя тогда жду. Это получается, мне нужно забрать 10 записей с видеокамер с 10 разных магазинов в 24/7. Я так понимаю, мне придется ехать... Пока. Ну, на трассе, как ты можешь заметить, они есть. Вот это неудобно.
А может, мы вместе будем просто выполнять, вместе ездить? Да, это будет только намного... вместе не довоенствовать. Ну, окей, поехали. Это будет быстрее, и мы реально будем вместе, по крайней мере. А то так... Где было? А, да-да-да. Ой, я Снегурочка, давай быстрее ставь. Тут... Да-да-да-да. Рома тут что-то за нами наблюдает. Так, все взял. Далее. У тебя тоже озвучка есть его? Все, кайф. Полетели. Я первый. Ладно. А куда тебе? Умер. Я засмотрелся и врезался. Так, получается, нам сейчас в магазин... О, хай. Жизнь научен, реально. Сейчас нам получается 24/7. Опять штраф. Вот сейчас в расколбас. Ты готовь там ремку. Помнишь, вот тут выполняли? Сколько у меня пробег? 1977. Проба нулевая. Эх, легендарная тачка. Когда-нибудь я ее 100% разыграю. Естественно, что? А, у меня GPS-карточка стояла. Да. Естественно, в своем телеграм-канале по ссылке в описании. Все, а теперь едем на новую метку, которая у нас находится на трассе. Опа, она неудобно. То ли просто вылез. Я даже хп не потратил. Ну да, еще нормально, могу. Я тоже так перелазю. Перелазю. Ладно, пофиг, я не русский, мне можно. Так, опа, я тоже так перелазю. Я его достал. Я в воздухе собирал. А, чё? Я его достал и держал. Так, 3 из 10. Следующая. Ник. Смотри, какой Ник офигенный. Часть чекай. Да подожди. У нас получается в деревне. Полетели туда. Чё там бандали? Барвиха. Причина Ник. Понимаю. Видок, я умею перелазю. А видишь, как я могу, не перелазя, залезть в машину? Нет. Я же могу, видишь? Привет. Все, погнали. Ну, по факту, да, нам нужно назад. Максималка назад. Ну не умеешь ты делать полицейские разговоры. Смотри, у нас ручки торчат. Да. Реально. Нормально, чё. Толян, давай поворачивай направо, куда ты едешь. Ёп! Чё? Уйди в АФК, быстрее. И всё. Ну, чтобы мы застопились немного, всё. 30 км. Ты сказал поворачивай. Хорош! НТ, братья. НТ. 4 из 10 сделаны. Так, метка назначена. Отправляйтесь туда. Нам опять на трассу. То есть сейчас через рыбалку нужно будет проехать. Рыбалим? Едь через рыбалку, погнали. Толь, направо, поворачивай направо. Я только что машину починил, уже 50. Чекомар какой-то вообще не бронирует. Толя, не... Ой, пацаны, не давайте Толяну ключи от своей машины. Тем более, если это комар. Толя, налево! Я его достал и держал! Мы в дереве застряли. Мы чьи возы? Я не воздух, мне пофиг. У меня еще одна осталась. Чё? Подъёмный чистый. Здраво. Я сказала, что мы не духа. Я его достал и держал. Так,
Толь, ты умеешь водить? Я знаю. Я пробую. Ты их купил, да? Да. Вернулись. А почему у нас все равно? Скажи, может, далеко уже нет. Ты чё, не ПРП нас забанит. Так тебя ты водитель, и меня заодно я пассажир. А я скажу то, что меня связали, меня это... Чё? Да-да. Выгружай тачку. Я его взял, я его тянул и держал. Чё? Я его достал и держал. Так, короче, мы собрали следующую тачку. И вспомнили один момент из сегодняшнего дня, как я еще не споткнулся. Толь, туда смотри. Не-не. Выпей паузу, пожалуйста, паузу. Нет. Ой. Ну плохо, чё, ты, ребят, мы такими... Коров. Такими темпами. Базы это лажу. А, слышь, что-то озеро называется лазурка. Ой. Ой, ребят, таким темпом мы и до Мурина на самом деле доедем. А, у нас транспорт опять надо найду. Давай, едем уже, все. О, зарплата 1090. Пенсия. А, реально. О, делаем, конечно. Куда? Не знаю, семейный. Да она... Она, слышит, она когда есть, когда ее нету. Стабильность, как у полка. Да, кстати, тут FPS постабильнее. Вот у меня 20% у тебя. Это нестабильно, я считаю. Не-не-не, я за руль, мне пофиг. Я хотел руль не построить. Я научу тебя водить, Толь. И нам в Мурино. А, я умер. Ты чё? Не, мне кажется, смотри, чисто из логики должен прогресс сохраниться. Да Барвиха вообще... Вот, и понимаете, ребят, я от станка это меньше тильта получаю, чего-то. Не, по большей части я от Барвихи угораю. Да. Из-за всех вот этих вот багов, вот этого. Лагов, багов. Сан-Андреас, блин. Сан-Андреаска так не лагает. Единственный там баг, который был, это когда чел под дорогой ехал. Если что, в шорцах на канале можете найти. Братанчик, я с тобой, все у тебя будет хорошо. Только главное едь. Так, смотри, прогресс сохранился. Если не сохранился, я бомблю. Итак, мы продолжаем. Толяна я проводил. Остаюсь сейчас пока что один. Это 9-я. А, 8-я метка. То есть остается еще 2. Я, если правильно понимаю. А где? Ага, то есть нам получается прямо все, я понял. И затем 10-я. И получается, это задание выполнено. Но в любом случае странно. И что ты делаешь? Где? Вот смотри, я сейчас умру. Нет, я жив. Вы видели. Вы все прекрасно видели. Тогда, когда я выходил из машины, вернее, когда Толя ее чинил, меня автоматически выбрасывало из машины, и я умирал. Я не знаю, почему так происходило. Просто не имею ни малейшего понятия. Но сейчас речь не об этом. Кстати, я X-Recorder скачал приложение специально для записи видео с экрана. И прикиньте, что? Хотел сказать, Барвиха лагает меньше. В плане отзывчивости и скорости реакции на мои нажатия, тут согласен, но FPS падает нереально. 30. 50, 60, 40, 20. Вот это мне не нравится. Вот это мне очень сильно даже не нравится, но
Ладно, куда деваться, пускай так, просто пробуем. Я пытаюсь найти середину. Микрофон я настроил, это я уже говорил, вроде бы, микрофон вроде поднастроил. Плюс-минус уши. Так, и куда? Вот только не говорите, что... А, на новый остров. Это мне, значит, надо назад. Хорошо, хорошо, хорошо. Я просто думаю, в Мурино, а в Мурино это вообще жопа мира. Куда переться очень даже долго. Все, значит, поехали на новый остров. Так, ну я уже на новом острове. Ё-моё. Подъезжаю к заправке, значит. Почему я постоянно говорю заправка, когда это по факту магазин 24 на 7? Подъезжаю к магазину. Давайте говорить вот так. Раз. И. Задание выполнено. Ты собрал 10 записей. Возвращайся к сержанту Голубеву. Угу. Угу. Ну, поехали, значит, к сержанту. Хотя, честно говоря, проще было бы перезайти на сервер. Я так и сделаю. Все, отлично, я подъехал к нашему с вами сержанту. Посмотрим, какое задание он нам даст в этот раз. Ну-ка, альтецкий. Забрать. 25 тысяч рублей и ключ от кейса к чау. Это очень хорошо. Ну-ка, дальше. Свидетель показан на карте. Да в смысле на... Меня очень бесит задание, когда нужно ездить по меткам. Ну вот серьезно, это... Он только что сказал, которые обратились ко мне, я что-то как-то подумал, то, что они, ну, будут где-то в военной части, допустим. А на деле нифига. Ладно, едем к ним. А это где? Понятно. Поехали. Кстати, надо будет сейчас по-быренькому заскочить в МТС. Мне нужен банкомат для того, чтобы оплатить все мои штрафы, потому что у меня их уже 26 из 30. Если еще 4 штрафа, то меня лишат прав. Так, МТС, Сбербанк, сюда и своя оплата штрафа, выбор штрафа из списка 23 тысячи рублей. Ну, в принципе, so-so, нормально. Так, а вот и свидетель Борис. Здравствуйте, важная вещь, которую я запомнил, полковник встречался с мафией, всегда вовремя, во время полдника. Это все, что у меня есть. Так, запомнили. Подожди, а сколько нужно? Или тут нет такого? И где, и куда мне... А, слушай, ну тут не так уж и далеко, в принципе, ладно, поездить можно. Так, а вот еще один свидетель. Возле подъезда стоит подъезд 26, свидетель Константин. Константин Костыль, это вы что ли? Это вы что ли? Привет, я заметил, что полковник всегда приклеивал... Че? Привет, я заметил, что полковник всегда приклеивал накладную бороду для маскировки. Надеюсь, это вам поможет. А какой... Подожди, сержант? Мы что-то на тему полку... Я не помню, что он там рассказывал. Всякие показания собираем на полковника. Нафига? Хотя полковники, они такие. А куда нам... Нам. Понял. А, штраф я уже получил. Ну, тогда пофиг. Поехали на Красную Поляну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно, очень опасно. Нормально. Нифига себе пейзажик. Красиво. Я нажимаю на тормоз, он не тормозит. Понимаете, я нажал на тормоз, он, тачка начала тормозить спустя секунды две. Я просто пролетел поворот. И Красная Поляна. Услышал. Спасибо. Все дома куплены. Они все куплены. Хотя по факту... А, помните, я рассказал то, что стоит здесь дом, что ли, 15 лямов? 15 лямов стоит семейный дом. Оказывается, семейные дома даже здесь есть. Но зачем мне семейный дом, скажите мне, пожалуйста, если у меня нет семьи, мне нужен лично свой. Ну, видите, все куплено. Все куплено. Ладно. Стопэ. А, вот метка. Услышал. Свидетель кто? Кто свидетель у нас? Эл. Свидетель Мария. Мария, здравствуйте. Приветствую. Я слышала, как на переговорах они планировали нападение на военную часть с главного входа. Так, отлично.
Свидетели показаны на карте, направляйте к ним. Сколько этих свидетелей будет и куда мне? Офигеть. Да, это будет сложная задача. Едем на новый остров. Опять. Ага, итак, получается, я подъезжаю. Ну-ка, открывайте двери, ворота открываем. Здесь, да, все верно. Это семейный дом, кстати, да. Свидетель Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Привет. Я знаю, что втереться в доверие полковника можно только через бульдога, выполнив его задание. Ага, ворот. Так, свидетель показывает. То есть мне сейчас ехать к бульдогу. Хорошо, понял. Поехали к бульдогу. Возьмем у него задание, выполним его, да? Или нет, или да. Так, а бульдог у нас в Мурино получается. Поехали в Мурино. Так, я уже в Мурино прикупил себе немножечко ремок, потому что они у меня закончились. Так, еще один очередной свидетель. Свидетель Степан. Степан, Степа, привет. Здравствуйте. Я видел, как бульдог полковнику передавал запрещенную прослушку в виде жучка, встроенного в очки. Это должно вам помочь раскрыть его. Хорошо, спасибо. Так, я так понимаю, опять 10 свидетелей будет, так же, как и 10 записей с камер. Ну, хорошо это или плохо? Скорее всего, плохо. Так, нам получается... Я не помню, Железнодорожная, Михайловка, Девяткина это. Я, блин, просто не помню, извините. Я все забыл в этой игре. Ну, поехали туда, в любом случае. Так, я подъехал к следующему свидетелю. Давайте. Свидетель Григорий. Григорий, здравствуйте. Здравия желаю! Я заметил, как злоумышленники говорили что-то о захвате военной техники. Надеюсь, не произойдет ничего плохого, и вы предотвратите это. Не беспокойтесь, все по плану, все четко. А теперь нам... А здание выполнено, возвращайтесь к сержанту Голубеву. Так, ну к сержанту я уже долетел. В принципе, я уже у него. Выходим аккуратненько из машин. Я надеюсь, что осталось последнее за... А если нажму награду? Ну, рисковать 40 тысяч рублей? Нормально, неплохо. Да не лагай ты, Барвиха, ёперный кокос. Дайте, опа. Я понял. Усы, очки, бороду, маску. Бороду. В очках. В полник. Выполнить задание бульдога. Нападение на вообще за... Подожди, нападение с воздуха такого не было точно. Нападение на военную часть главного входа вот тут вот соу-соу. Ну как-то, знаешь, чисто по дефолту. Поездку обычную нет, нападение 100%. С главного входа как-то нелогично, с запасного входа. Борода, очки, полник, серьезно, я это должен был прям четко запоминать. Ну, хотя мне об этом говорили. Ладно, планируется уничтожение военной техники, захват военной техники, поджог, замена. Так. Захват военной техники. Мой игровой уровень повысился. Ну-ка. Это отлично. 16-й кайф. Так, окей. Ну это... Чё так гро? Ты серьёзно?
Хорошо. Направляйтесь туда, куда? Кому? Ладно, окей. Чё так громко чел обосрался? Понимаю, полетели. Так, и где? Ага, это возле центра. Полетели. А, передаем информацию. Не, ну диалог, в принципе, прикольный. А, это, знаете, это в формате теста было сделано. В принципе, достаточно интересно. Это не сложный тест, просто я ошибся, потому что не запомнил. И в конце чисто наугад тык. Ну, знаешь, как и в школе, как в колледже, по дефолту. В принципе, привычно и понятно. Так, сейчас передаем информацию. А, стоп, куда я еду? А, передаем информацию и, надеюсь, заканчиваем с этой квестовой линией. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Нифига себе, там кто, полковник, что ли, был? Ага. Кто это? Кто это? Генерал возле... А, это военный комиссариат? Ладно. Я просто... Окей. Внимание, новая партия контейнеров была доставлена. Порт! Ой, как не вовремя. 19 минут 44 секунды. Мне нужно будет здесь про АФК шить. Ладно, вернемся через 20 минут. Прошло, значит, у нас 20 минут, даже больше. Я пытался подключиться через Power Mirror, как бы запись идет с ноутбука. Пытался подключить Power Mirror, у меня не получилось. Тут генерал... Озвучка где? Озвучки нету, понятно. Для тебя подготовлена секретная операция. Тебе нужно войти в доверие полковника Мышкина и главы мафии Бульдога любым способом. Без выполнения не возвращайся, курсант. Направляйся. Да, у меня еще тачка куда-то делась. Куда я... И куда, и где... Бомбеж. Бомбеж. Определён. Так, подожди, ну, кар. Это 100%. Шевроле. GPS. А, здесь паркинг поблизости. Все, отлично. Сейчас, значит, забираем мы автомобиль. Забираем мы автомобиль и едем втираться в доверие Бульдогу. Вот такой вот у нас план. Но это план уже на следующую серию. А пока что, надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, лепите обязательно лайк. Если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях. Баташненько получилось. Ссылка на телеграм-канал в описании. Всем пока!